где у меня эти сюрикены-то? А, сюрикен у меня в этом, слушай. Как дополнительное оружие. Так, кому? О, видал, в него попал. Нет, я... Ну что же зазлился? Я что-то по сторонам глазел. Смотри, 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 давай, смотри давай, на давай. Него. Ага, а, видал? Да, да, да. На! Своему же втащил. Так, а я вот думаю, все-таки может тут где-нибудь баллон есть? Может мы этот баллон... Как смешно на это смотреть со стороны. Мне нравится, знаешь, привлекать все-таки больше. Слышь, тут ловушка. Он сейчас молотом же! Ты бы видел, как я сейчас смотался. Я видел. Так, подожди. Так. С ними, я тебе скажу, надо быть прям совсем поуправлен. С ним надо это... Надо, чтобы баллон с ним поговорил. Надо с ним баллон, да. Ну вот где найти этот баллон? О, я нашел баллон! Да, прям нашел баллон? Да, но тут их очень много, и мне нужна будет твоя помощь. Хорошо. Оп, что-то они тут где-то прыгают, что-то падают откуда-то. Где баллон? Так. Блин, ты толкнул меня, что ли? Не. Вот он, короче, вот здесь. Джейд, I'm getting close to the drop zone. А, то есть я их убиваю, а ты... Да, я сейчас... Вот так. Угу. Сейчас надо баллон, короче, как-нибудь донести. Тихо. Тихо. Все хорошо. О, бежим! Бежим, бежим, бежим! Хорош. Он жив! Мой твой! Меня притопил! Сзади! Блин, жестко! Валим! О, еще один баллон! Слышь, надо его сюда манить! Сейчас, сейчас, я подлечился. 4 хп, 4 хп. Вон еще баллон, давай вверх. Я умер! Надо, чтобы ты меня теперь поднимал. Да ладно. Да. Как ты себе это вообще представляешь? Не знаю, там... Уоу! Слушай, блин, они прям совсем жесткие, чувак, я тебя не смогу поднять. Так, ладно, я... Потери 240 очков каких-то выживаний. Там они прям совсем жесткие, чувак, сори. Да ладно, ничего. Держись, я бегу. Вопрос только откуда. Так, я бегу из зоны. Зоны отчуждения. Так, и я так скажу. Да откуда у вас столько-то, мать ваша? Я так скажем, далеко от тебя. Ну у меня тут как бы проблемы, но я в принципе нет, как бы справляюсь, конечно, да, но. Секундочку. Так, я уже. Тут еще один баллон. Тут еще один баллон. Чувак, я пытаюсь просто нам сейчас зону зачистить. А, ты зону чистишь? Ты здорового-то этого не стал бить? Он там? Нет, я пока от него отбежал. Ну проще бежать отсюда, я думаю. Так. Кидыщ, мазафака. Так, готовы. Ладненько, мне нужно закрыть ворота, я так понимаю, или... Нет, мне просто нужно заменить... О, слушай, я заменил пробки. Я прям красавчик. У тебя опыт добавился? Да, плюс 1000. Отлично. Так, а здесь вообще... Слушай, там какой-то желтый персонаж бегает. А, это зомби. Ай-яй-яй. Не обыскивай его, чувак. Да это привычка. Плохая идея. Так, тут где-то я баллон видел. Вот еще один баллон. Желтый это... Так. Это здоровый, да? Я так понимаю. Блин, да как они меня так выносят? Прям совсем жесть как выносят. Хотя я при этом покачал еще, знаешь, то есть выносливость. Один фиг выносит.
Так, замануха, парни. Где у нас баллон? Сейчас рванет. Уже рванул. А, это не рванул, это эта тварь меня так долбанула. Так, этот ослеп. Фак. Ты же ослеп, как ты меня ударил? И он еще его током, смотри, бьет. Да, я вижу. Слушай, блин, как-то с ним прям... Еще один. А, ну там было три баллона. Еще слушай. Один баллон нашел. О, тут даже... Так, кыш отсюда. Давай, давай, поднимайся ко мне, поднимайся. Я еще один баллон нашел. Поднимайся, поднимайся. Бабах! Твареныш. Жив. Жив. Цел. Цел. Где он? Он у тебя там, да? Да, да, да. Сейчас, 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 он отбегает от него. Коко-комбо. Коко-комбо, только ему похрену, по-моему. Один с хп, дружи. Твою налево. Там похилились. О, у меня 114 хп, кстати. Да ладно. Да. Ну, на самом деле 120, видимо. Куда так, ты, ну, слушай, может на него забьем уже? А вдруг что-нибудь дату там эпическое? Да я не думаю, что кроме его колотилки нам что-нибудь дадут. Думаешь? Угу. Не, ну было бы так-то интересно. Все-таки. Я думаю, все-таки вернуться потом с дробовиком к нему. Я на него смотрю фонарем, слеплю ему глаза, он на меня так смотрит, бедняга. А теперь он тебя втащил. Ну да, он мне прям так хорошо втащил, кстати. Да, слышь, он зацепился, по-моему, за это. Слушай, я понял, короче, мы прокачали пробел на уклонение, я даже как-то об этом забыл. А, ну да. То есть два раза назад нажимаешь, ты два раза назад Нет, смещаешь. Один раз. Нет, два раза назад нажимаешь и два раза назад смещаешься. Ну, один раз просто нажимаешь и все. Ну да. Ну я более умею это сказать. Что за глюченый, блин? А, слушай, я понял, как его убить. Ловушка? А, води его на себя, води его на себя, да. Да ты, блин! Мне жаль тебя, дружи. Зачем ты так рано ее включил? 400 очков. А, еще с каждым смертью, типа, все еще больше и больше. Да, похоже на то. Зато я рядом. Я в этой зоне. Ну да, я же не зря ее прокачивал. Прокачивал-то ты ее не зря. Вот ловушку ты включил зря. Толстячок. Так, я упал на 8 хп. Слушай, ему вообще, по-моему, похрену. Сюрприз. Он же третий раз через нее проходит, ему вообще... До одного места. Нормально. А, не, походу. Походу, смотри, походу он кончается потихоньку. Думаешь? Походу ловушка кончилась. А он все еще жив. Не, чувак, это реально. Ни о чем просто. У него хп даже нету. Хрена она шустрая. Слышите, шустрые зомби, прям охренеть какие шустрые. У меня, блин, надо срочно починиться. Моя... Ага, я зомбака обманул, прикинь. Я начал забираться. Я не смог забраться, а он смог. Он залез, а я нет. Лол. Получается, кто кого из вас вдруг обманул. Так, я покушал орешки. Еще покушал орешки. Съел энергетический батончик. На, с ноги две двери вышибаются с ноги. Так, друже. Сходите за воздушным грузом в районе. А, я понял, нам нужно здесь воздушный груз. Обнаружил ящик. Слушай, я какой-то ящик обнаружил.
Прикрой меня, пожалуйста, так, я тут бегу. Вскрыть. Ай-яй, отмычка пропала. Сломал. Ага. Ой-ой, вторую. Да ладно, три отмычки сломал. Еще есть? Да, еще одна осталась. Блин, присед, три отмычки сломать, это жесть просто. О, просто короткий нож. Ща я буду ножом их всех. Че, какой нож? Крестоносец? Просто короткий нож у меня. Сейчас смотри. Пощикаю сейчас. Ты знаешь, как шеф-повар. Не, он устал. Осторожно сзади, ток. Дядя, спасибо, дядя, дружище. Ток сзади. Не вставай. Всех почикал. Иди отсюда. Сейчас там бабахнет. Кидыщ. Шум привлекает мутантов. Будьте осторожны. Ладно. Повышение уровня ловкости. Я думаю, что у нас некоторые проблемы сейчас возникнут. Да, надо оттуда валить. А иначе сейчас... Туда. А иначе вон уже там мутант первый пришел. И, кстати, нам... Кстати, нам, чувак, надо как-то реально валить, потому что скоро ночь уже будет. Ну, мы же рядом с зоной. Ну да, нет, но я в смысле аккуратно надо как-то это все. Эй, не вставай. А, так, сейчас 8 часов вечера. Ты что там повис? На часы смотришь? Блин, ну засмотрелся на тебя. Да сдохни ты. Знаешь, так смешно со стороны смотрится, как ты этим ключом убьешь. Да вообще смешно. Хотя снизу там чувак к тебе пытался подобраться. Такой, знаешь, типа на стенку налетал, такой типа, ну чё, давай. И ты все это видел в таком положении? Да. Интересно. Так, а я не допрыгнул, я упал. Вот я как раз допрыгнул. Здесь есть ящик, действительно, но на этот раз будешь скрывать его ты, а я тебя прикроюсь еще. Не сломать бы. Да, у меня одна, если что, всего. Но ящик совсем над нами, нужный нам. Блин, сломал. Так. Угу. Ладно, я пойду поищу пока нужный нам ящик. Ага. Ожидайте других игроков, ну понятно. Так скажешь, в общем, когда ты. Fucking hell. Hope I don't end up like this poor bastard. Оу. Я только что перевернул чувака, и наш герой сказал, типа, о боже ж ты мой, надеюсь, я не закончу, как этот чувак. А я только что сломал свою последнюю отмычку. Я, то есть, правильно понимаю, да? Он... Похвала. Это мне похвала. Берите самое ценное задание. Похвала? Да. Мне дали похвалу за то, что я мне сломал тоже дали отмычку. Но мне дали похлаву за другое. Слушай, за, наверное, за то, что я нашел рулон туалетной бумаги. Так, нам еще наверх надо, да? Да, не, ну и там все равно иди сюда, пока вниз найди. О, я нашел еще мишку, чувак. Почему я не могу забрать мишку домой? Так, где ты? Я вижу твою тень. Я внизу. Ты внутри. Да. А я снаружи. А нельзя как-то это поменяться нам? Местами, да. Так, нет, он поднимается. Так. Я пока неплохо довольно нахожу все, что мне надо. Я тоже хочу. Тут много всего, кстати. Сейчас я соображу, как туда попасть, да? Не, я запрыгнул, вот сейчас я спущусь. Нет, не спущусь. Это знаешь, сама тупость всего, да? То есть забраться куда-то, чтобы спуститься внутрь. А знаешь, что я нашел?
Что журнал боевых действий. Ну, я тебе про этого чувака как бы говорил, а, тоже что я его перевернул. Так, а ты где находишься вообще? Я в самом низу здания. А как туда попасть? Лестница скрытая. Сухофрукты. О, слышь, тут, короче, во, нужны отмычки, Дэс. Тут это, тут фиолетовый ящик наверху находится, прикинь. Смотри, где я. Можешь прыгнуть сюда, я тебе специально дверь открыл. Так, как мне это? А, наверное, сейчас вот так вот. Оп, чик. Там фиолетовый ящик, Дэс. Слышишь? Окей, смотри, вот отсюда есть вот такой подъем, который ведет... Ах ты ж мать твою! Знаешь, чего я сейчас больше всего боюсь? Того, что у меня на компе может сейчас закончиться неожиданно память. Я тоже сломал отмычку, кстати, но я почти понял, в какую сторону мне надо. Кстати, нож — говно. И да, я вижу твой фиолетовый ящик, кстати. Вот его надо будет как-нибудь потом открыть, по-любому. Так. Навыки. У меня есть уровень выживаемости повышенный. Точняк. Надо же навыки. Сюрикены и бартер. Научитесь лучше торговать, цены в магазинах ниже. Я думаю, это важно. Да, вот это вот можно по-любому качнуть. Так, и мне нужно как-то создать отмычки. О, скачок. Перепрыгивайте врагов. Отмычки. Окей. О, удар в прыжке. Вот что я качнул, удар. Блин, печально, знаешь что? Это то, что мне приходится прокачивать по одной отмычке. В смысле? Ну, в смысле, берешь, отмычку создаешь. А, и всего одну можно создать, да? Да. Это печально. Ну, одну за раз. Ну, я понял, да. А ты хочешь все-таки этот ящик открыть? Вначале, да. Ну вот, вторая отмычка. Открыл? Сезам, откройся, да. Я, видимо, выполнил достижение. О! И здесь только кофе. У меня водяная труба, и причем зеленая. Ну, круто. По параметрам. Взлом трудно. Ай-яй-яй. Музыка. Ты слышишь эту музыку? Сейчас, секунду. Я открыл его. Ну-ка, сезам. Покажись. Вот это вот действительно сезам, откройся. Мешочек! Изящный кортик и мешочек. Давай посмотрим, давайте заценим, что же за изящный кортик, нож. Как короткий нож, изящный. Что за мешочек? Стоимость 250. Небольшой мешочек с драгоценностью. Смотри, какой у меня нож. О, да. А мне... Такой. Мне такого не дали. Он все обиделся, да? Ладно, пойдем наверх. Так. Ну, как ты видишь, я все-таки смог его открыть. Я так понял, у тебя это хуже почему-то получается. Ну, я еще не понял, у меня опыта немного было. Вот, сейчас все еще 8 часов вечера. Так я говорю тут, походу, по факту, время начисляет. Да, вот мы выполняем задание, время начинает меняться. Так. Ну, прыгай, мать твою. Я на данный момент записал сейчас 2 часа 35 минут. Ты, по-моему, немножко промахнулся, тебе так не кажется. Нормально, что я тут. Я лезу, да. Опа. Пожалуйста, пусть это будут пушки. Damn it, nothing here. О! Сброс, и сейчас мы, конечно, побежим туда искать. И там, конечно же, если я это скажу, встретить. Landed elsewhere, unfortunately, but you're not that far away. Get to those crates before anyone else does. Так, я примерно вижу, как туда добираться. Так, ну что, побежали за мной? Сейчас, подожди. Я упал. Почти. Поверь, я упал хуже. Давай, я за тобой. У меня просто после ролика прогрузка была небольшая. А зато у меня есть теперь... Удар. О, да, у меня есть удар в воздухе. А, я вижу, как туда можно по-другому забраться. Можно отсюда. А можно оттуда, наверное, где ты. Наверное, сейчас проверим. Oh,
Я уже здесь. Я тоже. Ну-ка, зацени мой удар. Во, сейчас они подойдут. А у меня не подкат, у меня в воздухе удар. Бейте больше всех зомби. А, тихо. На. Ладно, нам нужно в ту сторону бежать. Блин, ну это жесть. Реально здесь как саранчи. Так, я уже вижу, как туда можно пробраться. Мне что-то здесь вот, когда огня много, у меня фризит даже начало. Jade Rice's man got here first. Так, я устал. Okay. Тихо, чувак. Смотри. Вяжемся? Давай вяжемся в драку. Чё, лупим их? Да. Давай. Я прям вырубил с одного удара ножом. О, у меня запороли, слышь. Блин, как тебя поднять? Фак. Интересно, долго подним? А, понятно. Хотел тебя поднять, и не получилось. Пробил, чтобы продолжить. Сейчас, ну, я думал, что произойдет нечто такое, но как-то уханулся. Ладно. Ты, я так смотрю, тоже вон. Да. Я хотел тебя попробовать спасти. Мои ноги. Оп, мои тоже. Так, навыки. И у меня навык ловкости есть. Удар в прыжке и скачок. Качаю удар в прыжке. Да, удар в прыжке прокачаю. Все, пойдем тогда быстро к ним. На этот раз можно пробегать под мостом, не обязательно лезть на рожон. Не, ну смысл то же самое, как бы расстояние, только проще пройти. Ну да. Зачем-то ездили. Я-то думал, они на мосту, а ну видишь, как оказалось. Кстати, буковка М английская открывает карту. Так, ну, посмотри. Да? Какая неожиданность. Так, и чё? Так, по одному, парни. Так. Ай! Блин. Опа. Жестко, но я, кстати, нашел самодельные гранаты, и никто меня не тронул. Подбери все, что лежало внутри. Ничего нету. Подкат. Я с тобой это примерно одинаково получилось, только меня чуть не побили из-за этого. Я тоже. Что-то. Ладно, они не умеют сбираться. Он кинул что-то, слышь. Воу! Только хотел сказать, они не умеют сбираться, но, блин, меня тут... Что-то они какие-то вообще полезные. Да, они прям жесткие. О, у меня трое бьют. Да. Ладно, смотри, они, короче, стоят и ничего не делают. Может, получится тебя поднять? Нет? А я поднял там нет, все. Нет. А, тебя... Они вот... Ну, они меня будут... Они вот стоят... Открывать. Не, нифига. Не. Они сразу согрелись. Блин, шик. Там этот твареныш меня что-то кинул. Да, он и в меня ножи кидал. Что самое интересное, ящик-то приземлился прямо в нашу зону. Если я не ошибаюсь. Да. Но самое интересное, что я оттуда все подмял. Все забрал. Так что я сейчас им покажу на самом деле. Значит, у меня довыпендриваются. А, ну кстати, да, нам надо уже ко второму грузу идти. Да, нам надо ко второму грузу идти, но. Ты хочешь все-таки их наказать? Я хочу их наказать, да. Чтобы знали, кто здесь. Папа. И наказать я их хочу очень хорошим образом. Когда ты подойдешь, я тебе покажу.
Сбирайся на здание. Так, на какое? Они все еще меня кидают. А он говорит, я не закончил с тобой. Так, ты где-то наверху, да? Да. Так, как тебе поднять? Ага, понял. Ты тут уже, да? Ползу, карабкаюсь. Окей. Так, мне не дал этот козырек. А ты... Я заметил, что можно боком неплохо так перемещаться. Так. О! Что, попало? Да, прям жестко. Так, чертежи, мне нужна аптечка. Аптечка, отлично. Ты тут, да? Давай. Смотри. Граната. Какого хрена они там? Ладно, в общем. Гори, гори, ясно. О, а где надо было с этого начинать? Вон они тут прям за забором стоят. Вон они у машины. О, да! Раз, два, три. Ёлочка, ты бы видел, как я сейчас отнажал? Ты бы видел, как я сейчас отнажал и пронес? Минус один. Ну и, собственно, двоих там дожгло просто. Так, тут ни хрена нету уже. Обыскать. О, метательные ножи. Да, я же сказал, что я обыскал. Так, о, у меня есть сюрикены, есть метательные ножи. Круто. Ладно, идем ко второму грузу. Использовать будет. Там будут такие же. Сразу как кидай в них молотом. Так, я пробую через все это пробегать просто-напросто. Я за тобой. Друже. Тут как бы проблема в том, что здесь нет таких, тут есть кое-кто другой. Тут есть вот он. Ток-ток-ток, где-где-где? О, да, наш старый друг. Который, к тому же, не горит вообще, по-моему. Так, зато тут есть вот такие штуки, которые нам помогут с ним... Ай-яй-яй, уйди, уйди, уйди. А, не, я знаю, что я могу с ним сейчас сделать, где смотри. Он? Ну-ка, отходи. Смотри, сейчас он долбанется. Не-не-не, ты зря так сделал. Надо было, блин, ну, как тебе сказать, чтобы он прямо у нее взорвался. Он прямо, прямо под ней взорвался. Ладно, я быстро сейчас, надеюсь, ты меня прикроешь. Я попытаюсь сейчас ящик взломать. Ну, как-нибудь там поводи их пока. Нормально ты. Поводи. О, тут есть ловушка. Так, я ящик взломал. Ну, блин, я нам оружие достал, чувак. Окей. Так, тут есть ловушка, вот. Как-то через нее надо перепрыгнуть, и чтоб они... Все, в общем, иди сюда, и, в принципе, ты можешь забрать тут. Та-та-та-ра-ра-ра-та-та. За мной, ребятки, за мной. Я тут, короче, всю толпу обезвредил. Остался один здоровяк. Так, ты где? Ты внизу, наверху? Я внутри. А, ты внутри. Окей, вижу. До меня доколебались двое зомби просто. Пользуются тем, что я обессилил, но я их добил. А теперь я съем батончик. Так, а я чайка, короче, прибегу, все подберу. Копьёк. Так, а где, какой ящик этот взламывал? Вот там, в соседней комнате. Mm-hmm. Вот он. Большой такой ящик. Ну, я просто сразу к тебе думал, на помощь маму. Большой ящик. Ладно. Угу, кофе. Мне пора возвращаться, говорят. А что это такое светится? Почти на месте, говорит, успею. Жди, 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 жди. Опа. Так, нам надо это. Так, ну мы либо должны возвращаться, да, то есть либо успевать. И сейчас время, походу, идет как идет, ну в смысле. О, нифига, сейчас такое это был. Матрица такая. Замедленное время. Так, я же время взламываю. Давай, ломай. Ломай систему.
Я ломаю отмычку, а не систему. Так, тихо. А, слышь, я пока... Я только нащупал. Я пока подбирал там всякие штучки. А он поднялся каким-то макаром. Я только нащупал, а ты меня так обломал. Саури. Так. Так, молоток гвоздодер, ну да я думаю там что, 46. Слабее, но сильнее, чем так, вот это. Так, что, бежим к грузу? Сейчас. Да, бежим к грузу. О, это что такое, это вода что ли такая? Так, а давай-ка мы вот так вот, оба! Я честно, я не знаю, как это выглядело со стороны. Не знаю, я там это тоже осматривался. О, слышь, я больного нашел. Калич. И что с ним делать? Все, он умер. Ну и ладно, нашим легче. О, зомби, это, стой, куда? Уху-ху, тут это, штучка. О, фигурка зомби. Так. Я тоже это тоже хочу. А мне как так сделать? Ты просто прыгнул? Прыгни на нее, да-да-да. Круто, стрелька. Блин, красная хрень. Да, какой-то дым какая-то красная. Так, давай вот тут, думаю, более безопасно будет. Да, вот она, походу я нашел, да, вот. Что нашел? О, тут надо это, отмычки. У меня нет отмычек. Там наверху ящик. Приоткрывай меня. Так, я тут. Блин, как он быстро выдыхается, надо бы поскорее прокачать какой-нибудь навык там. Да, это просто... Просто жесть. Оп. Ух ты. Что там? Мы, походу, меда и тут нашли. Ящик медицинский. Фигня. Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Rise. Listen closely. It's very possible that Rise is our man. So if you find an airdrop containing antizin, destroy it. What? What? Why? It will force interaction with Rise. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Блин, ну нам он нужен. Ха-ха. Мы хитрые засранцы. Шкет. Так-то мог бы побольше взять, что, раз сжигает. Ну да. Типа, ну хотя нет, скажут, а откуда у тебя так много, типа. Мне больше сейчас интересно, куда эти ящики пропадают. Он кладет, а они что-то как-то исчезают. Джейд, I'm at the airdrop. There's no antizin here. Done? Fuck! Fuck! All right, get back here and be careful. The nightmares are awake. Don't let them see you. Ничего, повеселимся? They must have heard me. Твою мать! Ну привет! Бежим! Ау! Очки ловкости и силы ночью удваиваются. Это хорошо. Фонарик включил. Выключил наоборот. А я включил. Ладно, он тебя по фонарику видит. Да, ты думаешь, они прям на фонарик реагируют? Да. Я вот думаю, надо включить ультрафиолет. Думаю, он никак не поможет. Беги, 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 беги. Я-то бегу прям. Блин, ну паркур, кстати, здесь прикольный и реально приятный. То есть, ну, как бы... А! Ладно, не всегда. Дэс, ты где? Сзади, сзади, беги, беги. Твою? Уже спереди. Ау! Так, давай на башню на вот эту залезем, я не думаю, что они там смогут быть.
Так. Мне нужно... Надо бы передохнуть чуть-чуть. Да-да-да. Так, пока. А не, мы у дома. Фух. Выпускная вечеринка. Ура. Уе! Вот я не знаю, какая это будет серия по счету и что вообще у нас будет за серии, если они будут нормальными. В общем, суть в том, что мы, наверное, сейчас пойдем просто чуть-чуть покачаемся и как-то вот так. Вот. Ну, в любом случае, ребят, спасибо, что смотрели. Приятно, что вы смотрите. До скорых встреч. Так что вот так. Всем пока.